нет очереди у нас в парк Савицкого. Также, в принципе, место для посещения выставок любых или культурных мероприятий давно забытое. Поэтому организаторы, я почему благодарен, потому что они рисковали. Рисковали тем, что новое место, как одесситы, пойдут, знают, кто знает этот парк. Уже многие забыли, молодое поколение забыло его. Но, тем не менее, они пошли на встречу, и мы это сделали. Сделали для того, чтобы, ну, во-первых, напомнить одесситам, что есть прекрасный парк. Во-вторых, вдохнуть в него уже новую культурную жизнь.